разгоняешь муроков до 100, это нормально, это сильно. Это можно занимать топ-1, но когда у тебя муроки на 50, и то не все, это, конечно, слабо. И даже яда нет на всех муроках. Ладно. Какое там было место? 4-е или 3-е я занял? Чел пишет. Сосать, сука, капслоком. Ты чё, ебанутый, что ли? Ёбнутый, что ли, совсем? Есть звери, есть муроки. Берем капитана. По-моему, там было 3-е. Ладно, я напишу 3-е, но, может быть, было 4-е. Я не помню просто. Я 100% зашел в 4-ку, но какой я вылетел хз. Пусть будет 3-е. Серега, ты с этими мурлоками как поляк в 41 метре. Воюешь только за сильную сторону. Ничего не понял. Спасибо тебе за поддержку. Блять, ну реально какая-то агрессия, просто ёбнутая у чела. Пишет капсоком, сосать, сука! Как будто, я не знаю. 7 новых оппонентов. К чему такая агрессия? А? Блять. Спасибо за стрим, смешно. Удачи в сражении. А если бы взял дракона, сыграли в ничью. Но это не ошибка. Ну дайте токен, блять. Ну дайте токен, ёбаный ты в рот, блять, а? Ну блять! Покажи мне свои... Ну это пиздец какой-то, реально пиздец, блять. Здесь мурок. Ну ладно, один, значит, токена тоже нету. Опять этот ебанат танкист. Демоны. Муроки 3 штучки. Демоны. Муроки 1 штучка. Ну блять, ну это уже не смешно. Пиздец, просто пиздец какой-то. Так, а мне какую карту нужно разбивать? Вот эту, правильно? Что он делает? Блять, снова, что он делает? Так, а вот это бан, чел, иди нахуй отсюда. Съебался. Это еще не конец. Дайте еще токен, пожалуйста. Дайте еще токен. У тебя здорово получается. Можно сделать ролл. Можно сделать ролл. Попробовать найти токен и сделать левелап. Правильно. Так, ладно.
Давайте думать, ребята. Может быть, в демона сыграть? Разбань, вы ебанаты, что ли? Он запретку написал. В смысле разбань? Пошел он нахуй. Я 100 000 раз говорил, что на стриме запретка это бан, и даже нет смысла писать, ну, на разбан, потому что все, пошел нахуй. Я предупреждал. В моем чате и так максимально нормально к вам относятся, максимально вас не трогают, но, блядь, если вы будете вот эту хуйню делать, за это бан и пошел нахуй, потому что, вот. -7. С возвращением. Как оно там? У нас вообще триплеты будут собираться, мне интересно, как вот из этого можно собрать триплеты? Вопрос. Really. Так. ЧСВ. Блять, вы что, ёбнутые, что ли? Причем здесь ЧСВ? Ставить? Ну, блять, третий дроп получу. Хотя бы четвертый нужно раскопать. Привет. Всё. Здорово. В прошлой катке ты занял 4 места. Удачи и не обращай внимания на агрессию в чате. Никому не говори, но я болею за тебя. Вуз. Ноль шансов на победу. Эту хуйню я не могу поставить. Ну, я не знаю. Мне кажется, мы проебали. Триплеты не собираются. Посмотреть, что здесь будет. Так, есть котик, хорошо. Делаем левелап. Плюс одна карта. Следующий ход копаем в пятерку. Бля, ну понимаете, что меня сейчас въебут на 15? И на следующий ход мне нужно будет достать... Сделать левелап. Ну, ставить не буду. Лучше поставить меха, правильно? Это будет 5 карт. Окей, ставим меха. Но это въеб, это 100% будет въеб, там четвертая таверна. Хотя, может быть, повезет, у чела четвертая таверна, может быть, там тоже слабый стол. Бля, чел, не ставь, пожалуйста, карту. Пожалуйста. Продай весь стол, не ставь карту, реально. Четвертая таверна, надеюсь, у него слабенький стол и хотя бы нас, не знаю, там на 4, там на 5 пробьет. На 6 максимум, пожалуйста. Просто на следующий ход мы копаем 2 триплета в пятую таверну и... Ясно. Не, ну нормально, нормально. Хотя бы котиков разбиваем, уже хорошо. Немножко не хватает, чтобы сыграть ничью с ним. Нормально. Это минус 6. Так, думаю. Плюс карта.
Смотрим, что здесь будет сначала. А зачем? Еще котик. Так, что у нас здесь? Взять. Вдруг будет бран. Под браном поставить булдыгу. Это мощно, потому что брать Мурлока точно нет. Яд это слабо. Давайте берем это. В надежде, что здесь будет бран. Под браном крутанем демона. Хуй. Но можно взять Урзула. Можно взять Урзула. Есть у нас мех, есть Мурлок, есть зверь. Будет еще демон. Или взять все-таки для солянки взять рыцаря. Блин, седьмой ход. Наверное, рыцарь. Я так не хочу брать Урзула. Тут хотя бы солянка будет, правильно? Так. Сейчас. Сделать роу, посмотреть, что дадут. Ставим карту. Но это вин, ребят, это должен быть вин. 19%. Но опять ебанат, блядь, на танкисте, блядь. Как ты заебал реально, блядь? Ну что это? Ну что это, блядь? Ну это пиздец. Просто пиздец, блядь. Все, это луз. Сейчас разбиваем эту карту. Отсюда еще третий дроп. Заебись. Заебись. Выкинул. 12. С возвращением. Как оно там? Все в порядке? Так, а что у меня еще не хватает? Демон есть, дракон. Дракона нету, дракона нету. Роу. Роу. Не стесняйся. Есть Аргус, есть пробаф на демона. Можно кинуть Аргуса сюда. Кинуть чашку. Ну, это просто выживание какое-то. Я не знаю, можно вообще занять какое-то нормальное место вот этим говном? Я сомневаюсь, если честно. Блять, ну почему она передвинулась? Блять, ну что это? Сука, блять. Ой, в пизду, ладно. Выкидывайте меня нахуй, я лучше новую стартану. Это уже, блять, не игра, это пошли вы нахуй. Просто пошли вы нахуй. Похуй, уже похуй, уже похуй. Еще один. В максимальном тильте уже похуй. Вообще поебать. Ставлю сюда карту, она взяла, передвинулась. Иди нахуй просто. Норм? Ну, мне кажется, что нет. Удачи в сражении. Еще забаф его хуевую карту. Балкон, ой, блядь. Забудь помыться. В прошлый раз. Невыносимый был. Твои существа постарались на славу. Ну, один хп. Мне пизда.
Вап, Роу, в надежде, что дадут... Ну, еще один рыцарь, еще один демон. Я не знаю, что здесь можно взять. Рыцарь или демон? Я в любом случае в четвертой таверне, я не хочу сидеть усиляться. Похуй. Похуй. Мамка. Котик. Так, здесь у нас третий дроп может быть. Сейчас думаю. Ну, можно отсюда найти чашку, поставить мамку, сыграть в нее обилку. В надежде, что дадут еще одну чашку. Это будет 6-6 на весь стол. Ну, 6-6 на карты мои. Я уже одного Аргуса сыграл, ребят. Уже одного хватило. Ну его нахуй. Здесь третий дроп. С третьего дропа что я могу интересное достать? Там же нет вообще нормальных карт. Ну вот здесь чашку можно достать. Можно достать чашку. Ну это ус. Я думаю, что это ус. Девятый ход, вообще ничего нету. Чел пишет, какую нахуй чашку, дракон? Ты видишь девятый ход? На девятый ход купить дракона 2-4, это надо быть долбоебом, реально. 100. Извини меня, конечно, но если ты на девятый ход покупаешь для солянки дракона из второй таверны... Это очень хуёвое решение, я тебе скажу. Выкинули. Так. Ну, нужна ёбнутая насыпка. Ёбнутая насыпка, или мы также вылетаем? Неплохо сыграно. Чашку беру. Теперь развивай успех. Чашку беру. Ролл. Есть Мурлок, у которого можно сделать яд. Продать эту карту, получить яд. Это сильнее? Ну, не, танкист нас выкидывает, блядь, все, вылетели. Там еблан на танкисте, это 100% ус, я уже уверен. Я уверен, что это ус, ребят. Все. Проебали. 100% проебали. Ну, все, это ус. 0 шансов. Единственный вариант, смотрите. Берем пятерку, ставлю карту. Как здесь можно усилиться? Продаем карту, берем пятерку, в нее кидаем обилку, в надежде, что там будет гидра. Гидра плюс триплет, плюс адаптация, бабл яд. Может быть, что-то получится. Гидра. Хуй, вообще ничего нету. Все, проебали. Все, проебали. Как вот этим можно выиграть, я вообще не знаю, честно. Десятый ход, ничего нету. Что он делает, какой мурлок? Ой, бля. Ну а что здесь взять? Героиню взять или дракона, как там чел предложил? Дракона возьми, бля! У тебя дракона не хватает, похуй, что девятый ход. Ты его максимум разгонишь там, не знаю, на сколько. Насколько там можно было разогнать его? Два повара. Нормально. Ну не, он все равно разъебал, потому что здесь еще карты будут. Удар в дракона. Бля, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Ну это пиздец, это пиздец.
Просто чел сидит и хуярит в шестерку обилку, и там призывается хуево тонна карт, блять. Ебанат, реально. Но это слишком сильно, я не знаю, это слишком сильно. И сегодня, вот смотрите, смотрите, сколько партий мы сегодня сыграли. Понимаете, сколько? Мне ни разу не дали танкиста. Ни разу. Почему? Ну где мой танкист, блядь? Где мой танкист? Деревяшка или Рено? Ребят, что берем? Либо Рено, либо деревяшка. Есть звери, драконы, демоны, мурлоки, пираты. Блин, ну я бы на Рено сыграл. Честно, я бы взял Рено. Мне кажется, деревяшка посильней. У нее больше винрейт. Но я бы взял Рено. Давайте Рено. Сейчас снова будет танкист в лобби, смотрите. Снова танкист. Ну что, какой план на этот раз? Но брать красненького сразу заводить я точно не буду. Это я сразу говорю, это 100%. Такого никогда не будет, вообще никогда. Я вот думаю просто взять 1-3 или взять 2-2. Блин, наверное 2-2 будет посильнее все-таки. 1-3. Или 2-2. Ладно, похуй. Но это все равно был въеб. Но с карты 1-3 я бы забрал у него на одного котика больше. Ладно. Сражение в самом разгаре. Золоти. Нет, нет, ребят. Золотить красненького я не буду. Эта стратегия максимально неинтересная. Она максимально... слабая. Ну, окей, вы дойдете там до топ-4, легко дойдете до топ-4, но это очень скучно, это очень неинтересно. Нет, нет. Я предпочитаю сидеть, найти триплет в пятую там или шестую таверну, позолотить карту и разъебать все лобби. Вот это я предпочитаю. Найти такую карту, как, допустим, золотой ревендер сделать. Или сделать там, не знаю, золотой номер, но тут нет элемов, не получится номер. Можно будет найти Ревендера, можно будет найти Золотого Брана, можно будет найти Пирата сделать Золотого. Вот это интересно, вот это интересно. А сидеть на красненьком, покупать демона и стакать ему демедж, это максимальная хуйня. Поэтому нет. Так, что у нас есть? Взять котика и взять крысу, правильно? Котик плюс крыса. Ясно, топ-8. Блин, так хотелось, честно скажу, так хотелось взять Мурлока. Я еле справился. Может быть, вообще стоило, знаете, что сделать? Может быть, стоило продать демона, взять крысу плюс Мурлока? Ну, так у нас 3 карты, а так было бы 2, правильно? Так, 3. Не знаю. Как вы считаете, нужно было взять крысу плюс Мурлока или сделать, как я, взять 3 карты? Никому не говори. Чисто ваше мнение. Хорошо, хорошо. У меня новый рекорд. Выбирай. Но честно, я бы сделал влап. Я не хочу брать пирата. Блять, у нас есть, смотрите, зверь. У нас есть демон. У нас есть котик. Дают пирата, демона и дракона. Ну вот это максимально хуёвые карты, они из первой таверны. Дают пирата и дракона. Но это влап. Я это не могу брать. И дают еще ебаната танкиста, у которого 40 хп. Он снова ебет все лобби. Я не знаю, сколько еще партий он должен разъебать, чтобы его занерфили. Сколько? Так, вот это уже интересно. Вот это уже интересно, потому что есть пират, есть попугай, есть крыса. Думаю.
Ну я бы зафризил, честно, я бы зафризил. Две карты возьмем, и сделаем еще ролл. Попробуем найти еще какие-нибудь карты из 30, наверное. Но он меня сейчас разъебет. У него муруки три штучки, но он все равно меня разъебет. Это еще не конец. Потому что он сейчас карты покупал, я в третью таверну пошел. Ой, бля. Уже нерфит прямо сейчас. Но через полгода, ребят, занерфит, когда уже все максимально начнут хейтить этого героя. Через полгода занерфит. Блин, пирата хочется взять. Реально хочется пирата. Выбор опытного командира. Раньше, чем через полгода, даже нет смысла ждать, ребят. Я вам серьезно говорю. 40 хп. Нормально. Я думаю, что просто нужно сделать, чтобы нельзя было кидать в одного героя абилку больше двух раз. То есть ты один раз кинул, окей. Два раза нельзя. Это нормально, это нормально. Статистику собирают. Ну, три дня уже хватит, блядь, чтобы собрать статистику и понять, что это слишком сильная хуйня. Разве нет? Кстати, норм карта, на самом деле, норм. Если будет флорист, я, может быть, возьму. Никому не говори, но я болею за тебя. Я не выхожу в жабок, блядь, чел, нахуй. Вот ты ничего не знаешь, нахуя ты пиздишь? Уже выходит в жабок. Блять, какой же ты ёбнутый. Я просто взял попугая и взял крысу. Это не означает, что я буду играть на жабках. Вообще не означает. Налево. Спасибо. С возвращением. Как оно там? Все в порядке? Минус котик, левелап, плюс энзотик. Нормально. Но тут 25% будет на то, чтобы прокнуло на энзота, но энзот самый сильный. Хотелось бы, чтобы на него прокнуло.
Работает, ребят, все. Плюс чат, у кого все показывается. Сейчас, секунду. Галактик, ты здесь? Нет. Прочитай вот это, пожалуйста. Это еще не конец. Прочитал? Выкинули. 57% на победу, блядь! Выкинули нахуй! Ну, блядь, что делать? Что делать? Я понял. Галактик, ты здесь? Нет вообще. Ой, блядь! Галактик, блядь! Ну я тебе написал, блядь, прочитай, ёбаный в рот. Ой, блядь, это просто пиздец. Прочитай еще, я тебе скину. Командир снова в игре. Можно начинать. Так, берем карту, эту карту фризим. Бля, ну он реально, он какую-то хуйню делает. Удачи в сражении. Так, смотрим. Сражение в самом разгаре. Ну, придется брать дракона, придется брать дракона. Кидаем в обилку собаку. Берем эту карту. Что со звуком? Что со звуком? Не работает звук? Меня не слышно сейчас? Или все работает? У тебя все отлично складывается. Нет. Нет. Неплохо сыграно. Ну ладно. Теперь развивай успех. Так, смотрите, что можно взять. Можно сделать левел ап. Ролл и кинуть одну карту.
Я вот думаю, есть смысл бафать дракона. Наверное, все-таки я буду бафать собаку, нахуй этого дракона. Поэтому левелап, ролл. Ну, кинем пирата 2-6. Наверное, его буду кидать. Точно не хочу брать демонов. Или взять меха. Мех хотя бы у нас можно будет пробафать вместе с собаками. Нахуя мне пират? Давайте, наверное, меха возьмем. Карта будет 4-4, а здесь карта будет 4-8. Но здесь бомбочка, и можно будет пробафать вместе с мехами. Правильно? У тебя все отлично складывается. Так, есть еще одна собака, есть у нас вот эта карта, думаю. Думаю. Взять вот эту карту. Или можно, знаете, что сделать? Можно взять, сейчас купить эту карту, поставить на стол. Эту карту кинуть обилку. Как раз у нас будет плюс карта, бля. Этот розовый квадрат, это просто пиздец. Нормально. Я представляю, на турнире собрались люди играть за миллиарды просто долларов, блядь. Комментатор наводит на карту, блядь, и там вот такой розовый квадрат, заебись. Короче, вот так делаем. Берем карту. Нормально. Еще не поздно переломить ход битвы. Такое ощущение, что художник из пятого класса, блядь, не успел сделать, не успел дорисовать. Завтра доделаю, блядь. Нормально. Так, смотрите, есть карта. Level up. Копать четвертый дроп. Ставлю карту. Хорошо, хорошо. Так, ставлю карту. Думаю, кидать эту карту. Наверное, лучше сделать ролл. Третья таверна. Можно будет найти бокобота, кинуть бокобота в обилку. Правильно? Третья таверна. Ролл. Бокобота нету, но это экономика. Тоже беру. Нормально. Мощно. Ну сейчас самое главное, чтобы смазку мою не убили. Очень важно, чтобы не убили мою смазку. Никому не говори, но я болею за тебя. Это единственная моя нормальная карта. Блять! Минус 2-1. У меня новый рекорд. Плюс бомбочка. Седьмая таверна. Ой, седьмая таверна. Семь удешевление таверны. Апаться нет. Думаю. Ну вообще лучше искать, наверное, баблы. Есть драконы. Есть у нас... мехи, нужны баблы. Поэтому апаться я точно не буду.
Нету. Нету. Ну дай хотя бы один бабл. Нету. Собака. Взять собаку. Ну, на следующий ход у нас будет пробаф. В любом случае, собака уже будет у нас. Ну, нужно брать, нужно брать. Лучше найми кого-нибудь, пока можешь. Ясно. Ну а какой смысл апаться? В третьей таверне есть бокобот. Есть дракон с баблом. Что еще тут есть? Есть собака с баблом. Я бы их взял, эти карты, если бы дали. Жалко, нету элемчиков. Это вообще, ну, в третьей можно было сидеть до конца игры. Никому не говори, но я болею за тебя. Сейчас хуяк, снова минус смазка, смотрите. Хорошо. Это победа? Но если нету карты, в которой я хотел бы кинуть абилку, значит абилка посидит, все правильно. Так, смотрите, здесь дракон есть. У нас будет 7 карт, левелап плюс дракон. Правильно? И ставим 7 карт на стол. Ну, блядь, опять 15 хп. Опять 7-й ход, я всем проебал. Ну как так, блядь? Два банана. Ну, я бы кинул на меха, не знаю. Кидать на дракона. Ну, мех точно у нас останется, правильно? Мех точно останется. А дракона, может быть, продадим, если там будут, ну, не знаю, какие-нибудь бокоботы, может быть, продадим. Поэтому, ладно, давайте меха бабуть. Четвертая таверна. В четвертой таверне можно будет найти смазку еще одну. Можно будет найти триплет и попробовать собрать, достать рыбосвета. Можно найти пробафы вот такие. Можно дракона найти. Можно еще одну собаку достать. Но собака уже слаба, если честно. Собака уже слаба. Сейчас посмотрим. Если выиграем файт, может быть, я буду делать левелап и в пятую таверну искать рыбосвета плюс раздражуля. Если проебем, будем искать смазку, будем усиляться. Никому не говори, но я болею за тебя. 100. Ну, ёбник Адгара, пожалуйста, ёбник Адгара, блядь. Спасибо. Победа. Так. Может быть, сразу смазку? Так, у нас есть еще 3 монетки. Сделать левелап. Сделать ролл. Ну, блядь, Диабло 15 хп может снять? Ну, может, может. Сидеть в четвертой таверне, искать дракончиков, искать смазку, искать пробафы. Или идти в пятую в надежде, что дадут в пятой таверне рыбосвета. Потом найдем на него раздражуля. Думаю. Пиздец сложно. Ну смотрите, он бьет всех на 5, на 4. Я думаю, что вряд ли меня выкинет. 15. 15 хп — это наш шанс, реально наш шанс. Если сейчас я не апаюсь, то, скорее всего... Блин, какую лучше карту продать? Но это перезарядка на бокобота, я лучше 5-5 продам. Ролл. Лучше найми кого-нибудь, пока можешь. Ха-ха! Удача на моей стороне!
Хорошо, когда есть что разыграть. Дракон. Кинуть в обилку дракона? Как думаете, ребят, нужен, нет? В обилку кинуть дракона? Или нахуй он нужен вообще? Удачи в сражении. Ну ладно, красненький на самом деле мало дэмэджа наносит. То, что у него красненький, это пофигу. Я сомневаюсь, что 15 хп можно сейчас будет снять. У него всего на столе, наверное, 15 дэмэджа. Ничья, окей, окей. Так, сейчас нужен рыбосвет. А, ничья. Ничего. У всех иногда бывают. Так, нужен рыбосвет, и на рыбосвета нужен раздражуль. Роу. 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 Взять вот эту карту. Просто потому, что это пробаф на дракона, пробаф на одного меха. Или искать смазку, искать рыбосвета. Роу. Лучше найми кого-нибудь, пока можно. Ваше существо получает воскрешение в следующем бою. Ну, можно воскресить смазку. Я думаю, что можно ее воскресить. На всякий случай, вдруг ее убьют. Хотя бы получим пробаф. Не знаю, блять. Вот реально, собралась хуйня. Вот собралась хуйня. И как этой хуйней сейчас побеждать, я не знаю, честно. Но это сдача максимум топ-4. Если повезет, и этим стаком я займу четвертое место, это будет просто пиздец. Это будет просто пиздец. Дьяволы же не герои, в чем проблема, не парься. Спасибо за стрим и кайф утром. Никому смотреть меньше, чем... Но я болею. Спасибо большое за поддержку. Нет, Диабло слабый. Диабло слабый, но... Мы немножко не про это говорим. Ну нахуя ты обновляешь ему бабл? Налево! Но он все равно нас выкидывал. Окей. Блять, ну почему нахуй? Ну вот зачем вы добавляете каких-то ёбаных Диабло, блять? Зачем нахуй? Вообще хуй пойми, что там делать сейчас, блять. Какие-то ёбаные Диабло. Какой-то ёбаный танкист, блять, который просто ебёт все в лобби. Что за хуйня вообще происходит? Дайте танкиста. Нету. Нету! А, я понял. Вообще ничего нормального нету. Вообще ничего.
Одна хуйня просто на выбор. Одна хуйня. Диабло слабый герой, кстати. Блять, ну он реально слабый. Что ты рофлишь с этого? Он реально слабый. Сейчас окошко открою, что-то жарко стало. Никому не говори, но я болею за тебя. Кстати, повезло, нормальную карту дали. Повезло. Это очень повезло, очень сильно повезло.